В следующий раз закинет, я не в курсе. Но меня порой шокируют такие экскурсии. Добро пожаловать в страну риса и бамбука. Желтых людей, специфичной кухни и писклявых звуков. Они жрут все, что двигается тут. А все, что не двигается, они двигают и жрут. И потом не говорите, что вас не предупреждали. Это для Басты специальный репортаж из Китая. Откуда-то доносятся звуки пионерского горна. Значит, на завтрак вставать уже очень скоро. Пол шестого ровно, рано, да не, нормально. Нам пора на тренировку под хай-дичу ранее. Странно, но поймет те, кто это знает. В Китае можно много нового узнать о Джеки Чане. В том плане этот парень там вообще в порядке. Не только на большом экране, еще и на эстраде. Только вчера они махали ногами с Крисом Такером. И в финале снова убрали злобного дядю. Сегодня в Шанхае он исполняет поп-шлягеры. Умоляют оставить автограф на плакате. Совсем маленькие китаяночки и китайчата. Многие из которых со своими мамами и папами. И все вокруг рады, и Джеки, и эти ребята. И кинобизнес штатов с их шоу бабками. А мне пофиг, с чем вы там, с палками или мечами. Я сам неплохо шарю в хай-дичуане. И я, и все мои братья, и мой дядя. С самого рождения мы состоим в китайской триаде. Я вас не пугаю, но предупреждаю. Я очень долго прожил в Китае. Площадь Тяньаньмэнь хранит мои следы. И дома лежит кирпич из китайской стены. Москва, Пекин, улица Малиндау. У нас Ульянов, Ленин, здесь Папа Мао. Русские рубли, китайские юани. Ну как и у нас, запросто ходит зеленый франклин. Вокруг эти позитивные китайцы. Все время на улыбке, низко кланяются. Но важно, чтобы дорога не завела в трущобы. Здесь легко пропасть без вести, еще бы. Есть марихуана правильного сорта. И стадионы, на которых казни помимо спорта. Дедушки и бабушки занимаются цигун. Копья, мечи, багуа. Вичун. Они строят с неимоверной скоростью. Пекинские небоскребы покруче тех нью-йоркских. По дорогам нарезают странные тачки. Вроде Мерс, вроде Бека, но называются иначе. И знаешь, брат, это их совсем не парит. В мире есть понятие об авторском праве, но не в Китае. Тут читают рэпчину, знаю пару МС. Был батл китайский дракон против Васи Рамса. На рекламных щитах дядя Джет Ли рекламируют костюмы марки Джет Ли. На экранах фильмы с участием Джет Ли, которые снимает режиссер Джет Ли. Сижу на юге, в городе Уйшане. Мадам Ли ездит по ушам, что-то нам внушает. Насчет весеннего урожая, да, кунг-пау. Один дзинь, это где-то полкилограмма. Чайные пьяницы, традиция поторговаться. Изъясняемся с ней, естественно, на пальцах. За 3000 юаней 10 дзиней. Это почти за даром, дешевле, чем в Пекине. Здесь есть представительницы древнейшей профессии. Милые на фейс, но в России поинтересней. Их крышуют парни из триады. Эти парни, если честно, нам были не очень рады. Советские флаги, буддийские монахи. Странная хавка, от которой выворачивает нахер. На первый взгляд, жизнь рядового китайца. Не сахар, ложка риса и сказки про светлое завтра. Здесь легко можно обойтись тремя словами. Буяо, сисэ, нихао. Здесь место крыши, небо, тут земля духа. Тяньаньмэнь, великая стена, ждут гуфа. Я вас не пугаю, но предупреждаю. Я очень долго прожил в Китае. Площадь Тяньаньмэнь хранит мои следы. Дома лежит кирпич из китайской стены. У китайской стены финал экскурсии. Прикинь, Пекин, Москва, центр в курсе. И такие маршруты нас нереально прут. Баста и гуф, только труд.